Дорогие друзья, добрый вечер. Good evening, dear friends. Я тогда скажу приветствие, so I will speak both English and Russian, but you can listen. Мы очень рады приветствовать вас здесь. We are very happy to welcome you here. Thank you for coming. И сегодня у нас замечательный лектор. And today we're having a wonderful lector, Francis Morris. Great artist and most important is our international art director of collection. So the person who knows everything, how to build up big collection of the fantastic museum, and also as Frances asked me to do, is to say that she is a big friend of Louis Bourgeois, and Frances had a chance. Итак, Фрэнсис является другом, большим другом Луис Буржуа, и она организовала ретроспективную выставку Луис Буржуа в галерее Тейт, является директором коллекции международного отдела Тейт, и у Фрэнсис была возможность, уникальная возможность познакомиться с Луис Буржуа и поработать с ней. И мне хотелось бы напомнить, что у вас будет возможность в конце нашей лекции задать вопросы, и я вас благодарю за внимание. Вы меня слышите? Хорошо. Спасибо за гостеприимство. Это потрясающая возможность для меня быть здесь сегодня, потому что я вернулась в Москву и вернулась для того, чтобы рассказать о Луис Буржуа, и для меня прекрасная возможность, опять же, увидеть произведение Луис Буржуа. Это похоже на встречу со старым другом, а также и с врагами, потому что есть определенное у меня отношение как притягательности, так и отторжения, потому что Луис Буржуа не только была моим другом, но очень сложный художник, и мне было очень трудно работать с ней. Конечно же, она очень неординарный человек, и выставка, которая здесь представлена, потрясающая коллекция произведений, и я считаю, что это потрясающая возможность представить вот такие самые значимые работы художника и показать все оттенки профессиональной карьеры Луис Буржуа и сделать особый акцент на серии «Клетки», поскольку это действительно можно назвать вступлением к моей лекции сегодня, поскольку это был один из самых амбициозных проектов Луис Буржуа, это заказ работ, который она сделала для Tate Modern в Лондоне в 2000 году. И это Tate Modern, современная новая галерея. У нас не было музея современного искусства. И, по сути дела, это очень большое влияние оказала на мир искусства. И вы видите турбинный зал, он занимает половину пространства электростанции, которая располагается на побережье Темзы. И нам необходимо было сделать заявление в этом зале, которое бы действительно показывало значимость институции, амбициозный характер наших программ. Tate Modern – это музей современного искусства, а также музей, который с самого начала был вовлечен в современные арт-практики и показывал взаимодействие и влияние художественных практик в мире. По сути дела, это трудно назвать, что это галерея. Это место, куда приходят люди, проводят какое-то время, прежде чем войти непосредственно в галерею. И это очень важно было, наполнить это пространство так, чтобы это привлекало зрителей, которая бы уже показывала нашим посетителям центральную идею Тейта. Это, конечно же, не только фиксирует историю искусства, но также показывает, как работают современные художники в этом пространстве. И этот проект был реализован при поддержке корпорации Unilever. И
Им было очень важно дать возможность художнику сделать что-то новое. И, конечно, за 15 лет здесь художники очень многие представляли свои новые работы. Может быть, покажется странным в этих обстоятельствах, что мы обращаемся к художнику, который было 90 лет, когда мы предложили выполнить ей этот заказ. И она была современной художницей, и это был серьезный проект для нее. И Луиз Буржуа была самым пожилым современным художником и самым молодым среди исторических фигур. То есть, по сути дела, за 10 лет до смерти она являлась ключевой, основополагающей фигурой среди современных художников. Она росла вместе с сюрреалистами, занималась абстрактным экспрессионизмом. Ее ассоциировали с различными известными художниками. Она была близка Джакометти, близка Бретону, Дэвиду Смиту. Ее работы покупали Музей современного искусства в 50-х годах. Однако в 90-х годах она все равно оставалась на передовой инновации и инновационного подхода к искусству. В 60-х годах чувствовался радикальный переход от модернизма к современному искусству, и она действительно разрушала каноны, она выходила из знакомого нарратива искусства 20 века. Возвращаясь к этому заказу, после того, как мы решили обратиться к Луиз Буржуа для того, чтобы она создала свои произведения для турбинного зала, у нас был очень небольшой бюджет, и мы написали письмо Луиз. Она на тот момент уже не ездила и не путешествовала, и поэтому мы направили ей фотографии турбинного зала с описаниями этого помещения. Мы отправили ей планы и все, что необходимо для того, чтобы понять суть пространства, где будут представлены эти работы. И мне было очень приятно получить письмо с диапозитивами от Луиз, службы DHL. И это была колонна со спиралевидной лестницей и с прекрасными овальными зеркалами наверху этой колонны. Это были очень элегантные структуры, которые действительно отражали любовь буржуа к архитектуре, к спирали, к зеркалам. И я побежала и показать своим коллегам, посмотрите, какая потрясающая конструкция. И мы начали думать о бюджете, о том, как сделать эту конструкцию. Однако вскоре мы получили второй диапозитив, и я не могла понять, что это было. Это вторая попытка или переделка. А на следующий день мы получили третий диапозитив с третьей конструкцией. И название этого произведения звучало как «Я делаю, я уничтожаю, я переделываю». То есть это была как бы первая идея, потом переосмысление второй идеи, а третья – это как бы сумма, то есть диалектическое развитие вот этого процесса мышления. И у вас здесь есть вандеркамера или кабинет редкости, и Луиз Буржуа использовала разные пространства, здания, и показывала свои произведения в разных масштабах. И она, конечно же, использовала тело, свою историю, воображение, архитектурные конструкции. Каждая из этих башен
имеет небольшую модель матери и ребенка в центре. Первое – это мать растит ребенка. Второе – мать отделена от ребенка на определенном расстоянии. А в третьем – это примирение матери и ребенка. И это таким образом работа разворачивалась на глазах и имела три стадии развития и показывала взаимоотношения с формой в жизни и разные взаимоотношения и как они развиваются на протяжении долгого времени. Это отношения близости, отношения отчужденности, отношения примирения и, как и другие работы Луис Буржуа, она связана с опытом Луис Буржуа, автобиографией Луис Буржуа, ее собственной жизнью, поскольку очень часто мы видим определенные источники в ее произведениях, которые относят нас к ее жизни. И, конечно же, мы все может, были, да, когда-то ребенком или родителем, мы знаем, каково это быть близко с каким-то человеком и каково чувствовать отчужденность от другого человека. Нам всем знакомо ощущение примирения, поэтому эти работы апеллируют ко всем нам. И Луис Буржуа отходила от модернизма, который был, подчеркивал эстетику, чистую форму, и она пыталась показать иные парадигмы на основе своей автобиографии и подчеркнуть важность вот этого, вот этой истории в искусстве. Эти башни представлены не только как прекрасная форма, не только как прекрасная башня, но и возможность получить уникальный опыт для любого зрителя. И это своего рода здание, куда можно подняться, войти и подняться по этой спиральной лестнице, и постоять на балконе, увидеть пространство под ногами. Можно смотреть в зеркало, видеть, как отражаются другие посетители, вы смотрите на других людей, другие люди смотрят на вас, и я делаю, я уничтожаю, я переделываю. Этот проект являлся частью нарратива о жизни Луиз Буржуа. Я как бы, да, здесь мы можем проследить, как я поднимаюсь по лестнице, как я спускаюсь по лестнице. И, по сути дела, эти произведения отражают ее творчество. И если посмотреть, насколько они удивительно отражают конец 20 века. Это маленькая Луиз Буржуа со своими родителями, ее мать и отец на этой фотографии. То есть таким образом мы видим отношения в форме треугольника. Отец, мать, дочь, отец, мать, любовница. То есть вот эти треугольники воплощаются в трилогии «Башни». И, конечно же, она родилась в благосостоятельной семье, и это была буржуазная семья. И, конечно же, с самого начала она была окружена художественной жизнью, и она была знакома с художниками-сюрреалистами, прекрасный портрет Буржуа и Миро. Я не знаю, почему его стопы на книгах здесь стоят, однако нужно просто показать, что
Она была окружена творческой средой с самого начала, с самого юного возраста. Она познакомилась со своим мужем, уже известным историком искусства Робертом Голдвотером, и они уехали в Нью-Йорк в 30-е годы перед началом Второй мировой войны, то есть оставив семью и вот ту жизнь позади. Поэтому неудивительно, что самые первые вещи, которые ее тронули в Нью-Йорке, в отличие от средневекового Парижа, это присутствие архитектуры 20 века, и Луиз, и Роберт, и у них были два сына и один приемный сын. Они жили в Нью-Йорке, и они, по сути дела, были свидетелями того, как строился и разрастался Нью-Йорк. Похоже на Дубай сегодня. Каждое утро вы смотрите в окно и видите, как появляется новый небоскреб, новая водонапорная башня. И, конечно же, вот эта архитектура повлияла очень сильно на Луиз Буржуа, и это мы видим на рисунках, которые она в то время сделала. И неудивительно, что она работала со Стэнли Хейтером, который был британцем, и он был автором эстампов и афортов, и конечно же, он был связующим звеном с французскими художниками, которые проживали в Нью-Йорке в то время. И основной проект Буржуа – это вот это портфолио вот этих отпечатков, вот этих гравюр, которые представлены здесь на выставке. И они очень важны для всех последующих ее работ, и особенно для башен, которые она создала для Тейта, потому что они тоже имеют вот эту конструкцию башни и отражают удивление от нью-йоркской архитектуры, потому что здесь мы видим отсылки на водонапорные башни, такую индустриальную архитектуру, различные жилые дома. И эти рисунки имеют очень интересные истории, довольно-таки печальные, грустные, которые показывают, что люди отчуждены друг от друга, показывают несчастливый конец. И мне нравится вот этот рисунок в частности, потому что здесь мы сталкиваемся с определенной очень странной архитектурой, как будто бы эти лестницы падают сверху, падают с потолка, дисфункциональная среда передает. И это чувствуется вот в архитектуре 40-х годов, и именно к этой архитектуре обращается Буржуа для того, чтобы передать метафору отношений между людьми. И здесь мы уже видим, как зарождается клетка еще за 40 лет до того, как она сделала первую свою клетку. То есть здесь чувствуются вот это экзистенциальные переживания, экзистенциальная тревога. Это 40-е годы, и мы видим фотографии тех времен. С левой стороны Буржуа, молодая девушка, которая стоит на крыше здания, где они жили. И понятно, что у нее не было студии, она жила с семьей, с детьми, не было возможности вздохнуть. Именно только на крыше она могла дышать этим свежим воздухом. И уже на этом этапе она была амбициозной и использовала свое воображение, как только могла, использовала разные конструкции, которые были в наличии, и то, что она находила, разные предметы, и использовала разные конструкции, похожие на башни. Ее
Выставка, первая выставка состоялась в галерее Перидо, и именно там была представлена эта серия, серия персоны, и так она зарекомендовала себя, так началась строиться ее репутация. И эта серия персоны напоминали ей тех людей, которых, по которым она скучала, ее друзья, семья, которые она оставила в Париже. И если поближе рассмотреть их, то тоже мы видим вот эти архитектурные сооружения, угадываются эти элементы, как отверстия, двери, окна, крыши и другие структурные элементы. Также эти фигуры отражают человеческий характер. Например, на заднем плане мы видим такие формы, похожие на какие-то сумки, мешки. И тем самым мы здесь видим слияние между архитектурой и человеческой фигурой. Таким образом, мы чувствуем, вот, например, фигуры Пола Ньюмана или таких художников, как Дэвид Смит, которые исследуют новые идеи, как изображать фигуры с использованием примитивных моделей. Она отказывалась от влияния примитивного искусства на свои произведения, потому что Роберт Голдвер писал о влиянии примитивизма на искусство Луис Буржуа. Но мне кажется, что она действительно черпала вдохновение вот в этих новых видах фигуративного искусства. И прекрасно также выражается вот это влияние архитектуры в серии «Femme Maison», «Женщина-дом», которые были сделаны в 40-е годы. Очень интересно, что она не хотела показывать эти произведения. И о них узнал мир только в 90-х годах, когда их нашли в подвале. Она начинала как скульптор. И только позднее, 80-е, 90-е, когда кураторы и историки искусства уже начали исследовать ее творчество, они заметили, откуда брали начало ее более поздние произведения. То есть были радикальные изменения в формах, в материалах, которые они исследовали. Тем не менее, эта связь сохраняется. Интересно заметить, что здесь как бы вместо лица мы видим дом, и видно половая принадлежность этой фигуры, это женская форма, и есть такое слово «домохозяйка» в английском языке, и сейчас на самом деле уничижительно используется это слово. Это женщины, которые все время дома находятся, они не являются независимыми личностями, они вынуждены все время следить за домом, проводить дома. То есть и интересно, что эти дома не просто анонимные дома, и это дома, которые занимала Луис Буржуа в разные времена своей жизни, например, более колониального вида дом во Франции, дальше здание в Нью-Йорке и небольшой дом в Коннектикуте, куда ездила семья Луис Буржуа на выходных. То есть, несмотря на то, что они являются анонимными, тем не менее, они отражают жизнь буржуа определенного времени. И здесь мы видим и отрицательные, и положительные мотивы. Если вернуться в кабинет редкостей, то видно, как в 40-х годах появился этот образ, затем отражается в произведениях из мрамора,
мрамор в 50-х годах, а в 80-х годах Луиз работала с куклой Барби и использовала пластилин. Затем мы видим, как они воплощаются в 90-х годах, в начале 2000-х годах в произведениях из ткани. То есть мы видим вот это отношение к женственности, сексуальности и семейной жизни. И действительно, что здесь чувствуется ловушка женщины, которая представляет собой дом. Итак, если перейти к 60-м годам, то она переживала депрессию, очень много работала вне студии, работала в сфере образования, она получала дополнительное образование, работала в книжном магазине. И после этого семья переехала из одного района в Нью-Йорке в Браунстоун. То есть это такой город в районе Челси. Это темное коричневое здание с подвальными помещениями. И она должна была вот работать именно в подвале, а уже не на крыше, как было до того, когда они жили в верхней части Нью-Йорка. И это, конечно же, изменило ее произведение. Они стали более приземленными, более такими темными, мрачными, подземными. Это видно и в архитектурных сооружениях. Похоже на пещеры, на туннели. Отчасти это выражается и в телесном изображении. И она начинает использовать разные материалы. Возможно, потому что предыдущие 10 лет она не так плотно была связана с арт-миром, и поэтому начала экспериментировать с разными материалами, как, например, гипс и латекс. И эти мотивы, вот эти спирали, спиральная лестница, спиральная женщина в виде спирали. И это логово, это произведение называется «Логово», которое, опять же, показывает некую ловушку, некую клетку. И еще одна башня-лабиринт 62-го года. То есть вот мы чувствуем эти связи между разными периодами времени. В 1966 году молодой историк искусств, который позднее стал очень известным, Люси Ли Парт, она была студенткой Роберта Голдвотера, она столкнулась с работами Луиз Буржуа, когда она вела работу над своей диссертацией, и она была удивлена этим человеком и образами, которые проистекали из минимализма. И на тот момент рынок доминировал, например, работами Соловита, Роберта Морриса, которые использовали индустриальные материалы, машинную технологию. И руки художника как бы не принимали участия в создании произведений. Очень много теории. И было скорее отход от психологических переживаний. И когда она здесь увидела произведения, которые имеют телесную сущность, когда художник создавала свои вещи своими руками, которые не могли быть созданы, например, фабрикой или на заводе, чувствовалась безобразность, сексуальность. То есть все то, от чего отрекался минимализма. И Люси Ли Парт именно привлекла Луиз Буржуа в ту группу, например, Ив Хессер и Брис Нейман. И буквально за одну ночь
Она из старомодной художницы стала во главе экспериментаторов, да, поскольку она стала лидером вот таких экспериментаторских направлений. Она стала известна благодаря вот использованию таких мягких материалов, органичных работах, которые имели вяжущие свойства. И она также начала работать с мрамором. И можно уже перечислять долгий список материалов, с которыми работала Луиз Буржуа. И, по сути дела, у нее был небольшой репертуар идей, связанных со своей жизнью, идентичностью, универсальными темами любви, потери. Она начала экспериментировать с разными материалами. Мы здесь видим с левой стороны женщина-дом из мрамора и произведения, которые называются «Кумул», которые имеют такие округлые формы, фалообразные формы, или похожие на грудь, которые, опять же, исследуют взаимоотношения мужчины и женщины. Это традиционные скульптурные композиции. Потом нас переводят на новый уровень амбиций художницы. И в 1974 году появилась вот эта диорама «Разрушение отца». Опять же, чувствуются автобиографичные элементы, поскольку Луиз Буржуа, когда жила в своей семье, вы, наверное, знаете, каково это. Иногда вы чувствуете приятные моменты, однако иногда люди устают, начинают играть свои роли, четко выстраивается иерархия, кто кому подчиняется. И в своем детстве Луиз переживала из-за таких токсических взаимоотношений между отцом и матерью, потому что отец был тираном, он всегда доминировал в семье, когда они садились за стол, и из-за этого она очень сильно переживала. Вот, по сути дела, здесь как раз показано, что дети уже настолько переполнены этой злобой, что они готовы растерзать, разорвать отца и съесть. И она постоянно возвращалась к этому опыту и воспроизвела его в этом опыте. То есть она делится своим опытом, да, берет свою жизнь, и она является субъектом своих произведений, однако она затем переводит это на универсальный уровень. И, конечно же, например, этот обед, стол имеет большое значение. Это может быть и обеденный стол, и дипломатический стол, с которым ведутся переговоры. И похоже на различные ситуации, которые происходят в жизни, они связаны с этим столом. И здесь вот видно, как он завлекает к себе, как он затягивает зрителя. И представляет собой мизансцену. И это больше не скульптура, это своего рода декорации, которые позволяют рассказать определенную историю. И на наших глазах эта история разворачивается. Луиз Буржуа говорит о своей семье, о своей автобиографии, она рассказывает о своем удивительном детстве, которое она провела недалеко от Парижа, в пригороде Парижа. Это была
богатая семья, множество братьев и сестер, двоюродных, пикники, слуги, то есть много счастливых моментов, занимались реставрацией гобелена. Вот мы видим ее мать, которая находится в мастерской, она занималась реставрацией гобеленов, и она знала, как работать, как красить ткани, и она прекрасно шила. Ее отец ездил в разные страны, покупал старинную мебель, и затем они ее облицовывали, то есть они хорошо работали руками. И вот мы видим, что в один прекрасный день прибыла няня Сэдди. Она была британкой из Лондона, и она приехала на мотоцикле, и ее взяли няней и учительницей, гувернанткой для Луиз и детей. И она, конечно же, повлияла на семью, потому что она не только учила детей, но и спала с отцом. И связь между отцом и любовницей, няней, конечно же, очень сильно повлияла не только на мать, но и на детей. Поэтому чувствуется вот это переживание, да, что, с одной стороны, это счастливая семья, затем дети и мать сталкиваются с предательством из-за женщины, которая пришла в этот дом. То есть здесь такое двойное предательство происходит. И все это нас подводит к серии клетки, вокруг которых строится выставка здесь. И мы здесь видим как раз вот те произведения, которые были представлены на ретроспективной выставке в Лондоне в 2007 году, и в частности это «Опасный проход» внизу, и сверху вы видите одну из частей красной комнаты. Это пара клеток, которые сделала Луиз Буржуа, и я считаю, что эти произведения можно назвать медитацией или воспоминаниями, поскольку все это сделано из найденных каких-то предметов. Например, ассистент Луиза Джерри Горовой находил эти предметы на Манхэттене. Также использовались различные предметы мебели, которые были перевезены Луиз в Нью-Йорк после того, как она уехала из Парижа. И в ее студии было очень много, например, красивой французской одежды, скатертей, различных покрывал на кровати. И, конечно же, у всех этих материалов была какая-то своя жизнь, прежде чем они были использованы в произведениях Луиз Буржуа. И они, конечно же, имеют... Да, с ними связаны определенные воспоминания. Иногда эти клетки напоминают тюрьмы, монашеские кельи или, например, какие-то технические помещения. Иногда это могут быть палаты в больнице. Вы чувствуете себя заключенными в этом пространстве, люди. И когда вы попадаете в это пространство, то на вас могут смотреть другие люди. И вот эта двойственность между тем, когда ты смотришь, и когда смотрят на тебе. И здесь показывают как раз зеркало, да, то есть вы смотрите на других, и иногда, если смотрите на себя самих. В 80-е годы в Манхэттене многие здания были снесены, различные мастерские были снесены, и появлялись новые здания, и
это имело большое значение для тех художников, которые занимались инсталляциями, а Луис Буржуа была в самом авангарде вот тех течений создания инсталляций. И таким образом она встраивала свою собственную жизнь, свои произведения. И интересно посмотреть, что очень трудно, да, отделить вот эту историю модернизма от личной жизни художника. Она это делает отчасти потому, что ее произведения являлись своего рода терапией для Луис Буржуа. Она проходила психоанализ, и она хорошо знала психоаналитическую литературу, знала Мелани Клайн, Фрейда, и вот эти, она знала разные подходы психоанализа, и она исследовала эти разные подходы, она записывала, например, свои сны, старалась их интерпретировать, и интерпретировала проблемы, свои семейные проблемы, она говорила о травмах, о воспоминаниях, и несмотря на то, что она проходила психоанализ, она не хотела терять свои проблемы, ей были важны ее воспоминания, потому что эти воспоминания заставляли ее создавать свои произведения искусства. Я сейчас перескочу, может быть, вам покажется это удивительным, и вот мы видим Маман, и мы очень гордимся то, что первая Маман огромная, этот паук был создан для Tate Modern и появился в Лондоне после того, как мы заказали Луиз вот те башни, когда мы их создали, мы начали задумываться о непосредственно открытии Tate Modern, и нам хотелось, чтобы люди видели какое-то выдающееся произведение искусств, как только они входили в здание. И после того, как... И мы, конечно же, не хотели заставлять Луиз делать еще что-то для нас, потому что она и так вложила массу усилий и ресурсов в создание тех башен. И мы решили просто взять во временное пользование пауков, которые находились в разных коллекциях мира, и установить одну из этих скульптур. Но ей не понравилось. Она сказала, что я сделаю для вас самого большого паука, потому что это самое большое пространство, в котором мне доводилось работать. И вот помимо этих башен я делаю, я уничтожаю, я переделываю. У нас была эта скульптура паука. И точно так же, как клетки, это тоже своего рода особое пространство. И мне нравится, когда приходят к нам дети, и вот вы видите, что таким образом, когда появляется учитель, то он своего рода, опять же, ограничен вот этими границами клетки. И этот паук является олицетворением матери Луи Буржуа. Она говорила о том, что это самое близкое для нее, близкий человек, и она писала за 5 лет до того, как она создала скульптуру паука, она писала: «Почему же паук? Потому что моя мать была моим лучшим другом, она была терпеливая, она была мягкая, она была тонкая, она была настолько же полезной, как и полезны пауки. Она защищала меня и себя, и отказывалась отвечать на личные вопросы, которые ее заставляли чувствовать стыд. И я... стараюсь победить страх, и это чувствуется в разных клетках, поскольку эти клетки являются контейнером эмоционального страха, психологического страха, и
защита против страха воплощают эти фигуры пауков. И здесь есть небольшая картинка, и вот так выглядел наш кабинет редкостей, вундеркамера. И вы здесь видите некоторые примеры произведения Луис Буржуа. Мы также понимаем, что воспринимаем паука как насекомого, который плетет сеть, и у них бывают миллионы детенышей, и это и мать, и здесь масса мифов о семейной жизни заключено, постоянно делает и переделывает то, что делала Луис. Если вспомнить миф Пенелопы, которая столько времени ждала Одиссея, и она или Аракне, например, которая постоянно плела эту нить, и опять же здесь любовь и жестокость, утрата, и это являются центральными темами литературы, искусства, нашей жизни. И у Буржуа это символы того, что делает ее современной. Если модернизм – это искусство, то современное актуальное искусство – это жизнь. И она показывает, что произведение может прекрасно смотреться как в галерее, например, в турбинном зале. Это люди, которые уже готовы к восприятию искусства. Однако иногда можно, например, как гараж, эту скульптуру поставить перед входом в музей, где ходят миллионы людей и проходят мимо этой скульптуры и понимают, есть возможность увидеть это искусство и ощутить присутствие искусства в своей жизни. Вот что мне хотелось бы сказать вам. Спасибо за внимание. Очень странно, что паук ассоциируется с матерью, потому что, в общем-то, вот по поводу насекомых есть своя значимость в культуре. Это все там, чудовища, тараканы, то есть что-то такое, что мы не любим, что безжалостно уничтожаем. И поэтому здесь просто такой как бы удар по обычному восприятию. Вопрос вот о пауке. Вот как вы объясняете, почему? Понятно, мать ткала и так далее, но все-таки вот образ паука, на мой взгляд, абсолютно необычен для матери. Вот поясните, пожалуйста. Я думаю, что это хороший вопрос, потому что мы все боимся пауков, но, может быть, мы также и боимся своих матерей. И в произведениях Луис очень часто она работает с оппозициями «любовь и ненависть», «мужское и женское», «плохое и хорошее». И паук является одним из этих символов, которые имеют вот такие вот оппозиционный характер. И, конечно, здесь главное, что когда паучиха рожает паучков, то это сотни, тысячи. И здесь показывает вот символизм цикла жизни и смерти. И они, возможно, напоминали Луис Буржуа жертвенность, материнство, потому что мать была очень такой
тонкой женщиной, уязвимой женщиной, хрупкой женщиной. Она умерла молодой. То есть паук – это уязвимое существо. Мы можем с легкостью наступить на паука. А если задуматься, что чувствует паук, то здесь вот эта двойственность наблюдается. И мне, например, нравится то, что Луис Буржуа использует много символизма, однако они не столь очевидны. Например, если задуматься об иголке, иголка острая, болезненная. И Луис Буржуа всегда думает о том, использует этот образ, да, когда мы втыкаем эту иголку, но также это символ реставрации, например, да, когда мы штопаем или реставрируем гобелены. Таким образом, вы можете использовать эту иголку и с любовью для того, чтобы заштопать и дать новую жизнь этому ткани. Однако это может быть также и какой-то очень болезненный опыт, если вы вдруг уколите этой иголкой. То же самое и с пауками, потому что в своей жизни Луиз могла быть как и паук. Она могла быть очень жестокой, очень жесткой по отношению к людям, но могла быть и очень доброй. И ей нравилась вот эта двойственность в поведении. Есть еще вопросы? А вот тоже. I like this telephone. Мне нравится этот телефон. Спасибо вам за вашу лекцию, очень интересно. Мне хотелось бы спросить вас вот что. Как вам кажется, Луис Буржуа участвовал в каких-нибудь феминистических движениях, каких-то акциях феминизма? Очень хороший вопрос. В 60-е годы в Нью-Йорке она отрицала вот свою связь с феминистскими организациями. Однако она была связана с некоторыми группами женщин-активисток, и она говорила, что это, по сути, часть твоей женской природы быть феминисткой. Это можно назвать ДНК, потому что феминизм – это как бы оппозиция к материнству, к роли жены. И ей было сложно жить в патриархальном обществе. И она понимала, как много барьеров и препятствий стоит на пути у женщин, которые хотят реализоваться в искусстве. Спасибо вам за лекцию. Мне хотелось бы спросить о вашем первом впечатлении от Луис Буржуа. Когда вы с ней познакомились? Может быть, это какой-то эмоциональный отклик вас вызвало? Расскажите. Я в начале 90-х годов познакомилась с Луис Буржуа, когда работала над созданием выставки для галереи Тейт, называлась «Rites of Passage». И мы как раз рассматривали такое время, основные проблемы того времени, распространение СПИДа, ухудшение климата и другие актуальные проблемы. И, например, если говорить о переходе от детства к отрочеству и взрослому периоду, это тоже наполнено драматизмом. И мы брали интервью у Луиса Буржуа. Здесь нет этих произведений. И у меня был магнитофон, и я должна была с ней встретиться. Я никогда не чувствовала такой страх при встрече с художником. Потому что я на самом деле подумала, что Луис, я не понравилась Луис, и я это чувствовала, это было очевидно, и когда я задавала вопросы ей, она говорила: нет, 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 нет.
в какой-то момент она поднялась, вообще вышла из комнаты, и я даже не знала, что мне делать, я просто сидела и думала, надо ли мне выключить магнитофон или нет. Потом она вернулась, я настолько чувствовала себя униженной, что я не могла даже прослушать эту запись. И это, по сути, вот задало, да, вот эту схему наших взаимоотношений, потому что, по сути дела, я не возражаю, лучше быть униженной Луиз Буржуа, чем совсем ее не знать. И позднее Джерри Горовой просил меня выступить по случаю памяти Луиз Буржуа в МОМА, и я на самом деле не хотелось, и я даже не знала, что сказать, поэтому я думаю, надо мне послушать вот ту пленку, ту запись, да, 20 лет спустя, и я прослушала эту запись 20 лет спустя, и это было потрясающее интервью. И потому что я выросла за этот период, и я могла использовать массу цитат в той речи. Просто, может быть, в то время я была юной и легко меня легко было запугать. Однако она знала свой язык, она знала свою мифологию, она была математиком и ученым. И позднее я ее с ней встречалась вместе с бразильским куратором, и она читала французский альманах 17 века. То есть альманах – это похоже на энциклопедию, чистые знания. И она читала о различных фактах, о человечестве, о различных о науке, потому что она была похожа на губку, она легко впитывала эти знания, была очень умным и интеллектуально развитым человеком. Мне хотелось бы тоже поблагодарить вас за такую интересную лекцию, очень интересно было послушать. И мой вопрос продолжает предыдущий о личности Луиз Буржуа. Как вы видите отражение ее личности в ее произведениях? Что вы видите, например, вот в ее работах, которые говорят, вот, я узнаю Луиз Буржуа в этом произведении? Это такой хороший вопрос. Мне нужно сделать паузу на мгновение. На самом деле, произведения Луиз Буржуа являются как бы манифестацией ее личности. Иногда, например, когда смотришь на абстрактные произведения, задумываешься, интересно, а это произведение Луиз Буржуа? Чтобы не выделять какие-то символы или мотивы, я могу сказать, что есть определенные характеристики, которые распространяются на все работы, которые постоянно заставляют меня думать о ней. И в частности, это вот постоянные повторения. Эти вещи повторяются не один, не два раза, а множество раз. То есть вот она как бы вот эти, мы чувствуем в них эти переживания, через которые она пробирается, с которыми пытается справиться. Если посмотреть на ранние рисунки Буржуа, например, думаешь, интересно, это Луиз Буржуа. Если бы, например, позднее мы увидели эти работы, датированные более поздним сроком, конечно же, это было бы уже не Луиз Буржуа. То есть есть вот эта навязчивая повторяемость определенных вещей. И она потрясающий как бы автор, да, она создает очень интересные работы, она прекрасно работает с разными ремеслами. И стоит посмотреть на то, как сделано произведение, как понимаешь, что это Луиз Буржуа. Добрый вечер, спасибо вам за лекцию. Понимая, какую большую роль сыграла ее мать в ее искусстве, расскажите о взаимоотношении Луиз Буржуа с ее детьми. Очень интересный вопрос.
странно, но первый ребенок буржуа был приемный сын Майкл. И буржуа думала, что у нее никогда не будет детей, именно поэтому они решили взять приемного ребенка. После того, как они переехали в Америку, они вот взяли приемного сына, француза, а потом у них появились свои собственные дети. Может быть, это, я не знаю, насколько имеет смысл рассказывать о жизни, которая осталась скрытой, потому что, ну, она на самом деле рассказывала о своих детях, как в своих произведениях, так и в своих дневниках, потому что она писала об этом открыто. И с самого начала она давала определенную характеристику своим детям. То есть она очень любила Жан-Луи, младшего своего сына. А вот что касается Майкла, там было определенное чувство отчуждения. Может быть, потому что это был приемный ребенок. И вот были вот такие вот смешанные чувства. А еще один сын, Алла, был более серьезным таким человеком. И, может быть, это не очень хорошо, когда родители дают эти характеристики своим детям, однако это происходит, хочешь ты этого или нет, может быть, из-за того, как они себя ведут. И я знаю, что у буржуа были срывы, и ей было нелегко быть матерью. И Жан-Луи, например, помнит, что было времена, когда Луис Буржуа заставляла их вставать среди ночи и ложиться днем. То есть ей легче было работать ночью, и она также хотела, чтобы жила вся семья. Также Жан-Луи говорит о том, что зона обеденного стола была травматической зоной. У них на первом этаже была гостиная, и она однажды, когда у них был рождественский ужин, она выбросила ягненка в окно, и Жан-Луи потом вышел, нашел это мясо, помыл и вернул на стол. То есть это была очень бурная жизнь. Тем не менее, она обожала младшего сына Жан-Луи и определенно дистанцировалась от Алан, который, он сейчас судья, а Майкл умер взрослым. Немного грустно, но вот такая история. Очень трудно было расти в семье Луис Буржуа. Спасибо вам за лекцию. Мой вопрос касается взаимоотношений Луис Буржуа и сюрреалистов. В ее искусстве можно найти определенные черты от сюрреализма. Я читала, что она отрицала, что принадлежала течению сюрреализма. Интересно, почему? Да, действительно, она отрицала, что она принадлежала сюрреализму. Я думаю, что отчасти это было потому, что все-таки она была захвачена, да, и погружена реальными вещами, а не миром мечты, который был свойственен для сюрреалистов, потому что вот этот аспект оказал на нее очень большое влияние. С одной стороны, вот, правда, если говорить о влиянии сюрреализма, там есть определенные биоморфные структуры, вот такие формы, как маятник, как в форме маятника, также идеи вот таких странных встреч, абсолютно разных предметов, когда вы, например, берете
дыню и гладильную доску, что это означает, то есть как она сопоставляет объекты в своих клетках, почему эти вещи вместе, но как бы странно это ни казалось, это все наполнено глубоким смыслом. Это, можно сказать, что она была вором, она крала. То есть она на самом деле была таким завсегдатаем вечеринок, приходила без приглашения, выбирала какой-то напиток, выпивала и уходила. Легко вторгалась как бы в новые, с, новые среды. It's maybe some да, то есть вы ни за что не несете ответственности, и вы приходите, делаете, что хотите, и уходите. И она была открыта разным влиянием, и она понимала, что ей не обязательно присоединяться к какой-то группе. Это как, например, вступать в коммунистическую партию. Не обязательно вступать, потому что если вдруг вы не следуйте их правилам, вас выгоняют. И то же самое можно сказать насчет абстрактных экспрессионистов. Позвольте мне задать последний вопрос. Вы говорили вкратце. О том, что она как бы была на пересечении модернизма и современного искусства. То есть, может быть, вы расскажете о каких-то других фигурах после Луиз, потому что для многих людей, которые видят произведения Луиз Буржуа, спрашивают, например, почему эта женщина решила, что всем интересна ее жизнь? Почему она своего рода является эксгибиционистом? Ведь если посмотреть на историю искусства, это естественно, но тем не менее, вот расскажите о вот этом переходе от модернизма к современному искусству. Недавно я работала над выставкой Агнес Мартин, это американский абстракционист, минималист, и она, конечно, опиралась на определенные правила, и она отказывалась о том, что эти произведения имеют отношение к ней, потому что она говорила, что да, эти произведения созданы ей, и когда слушаешь разных художников современного периода, они всегда дистанцируют свою частную жизнь от своих произведений, как будто являясь сосудами вот этого творчества. Если говорить об истории искусств, которая написана и которую преподают в школе, там много течений, кубизм, импрессионизм, абстракт, абстрактный экспрессионизм, поп-арт. То есть эта история написана, как будто это серия стилей, в рамках которых работают художники, однако это шире, чем само искусство. Они как бы происходят из какой-то системы искусства. А в 60-е годы что происходит? Когда искусство в Европе и Америке было наполнено минимализмом, и масса вопросов возникала у молодых людей о политике, об искусстве. Что значит быть женщиной? Что значит война во Вьетнаме?
Что значит не иметь возможность заниматься любовью? То есть это революция 60-х годов. Также сопровождалась очень важными теоретическими исследованиями антропологии, этнологии. То есть прежде чем перейти к политической революции, вот такое была постмодернистская переоценка мира. И Луис Буржуа была очень ярким представителем переосмысления этого мира. То есть вот когда проходил этот переход от модернизма к современному искусству, видно, что, конечно же, Луиз была не одна, однако она была своего рода спикером, которая говорила о другом виде искусства, о других проблемах для другой аудитории. Если, например, говорить о России, я думаю о Кабакове. Вот все его вложения в раннюю историю Советского Союза, семейная история, политика, Роберт Голуба, который тоже использует тело очень интересно, очень эмоционально, то есть как художники реагировали на распространение СПИДа, распространение видеоискусства, которое тоже имеет такой вот повествовательный формат, несколько поколений женщины от Энн Марсежи во Франции, до Моны Хатум в Лондоне, Ливане, которые использовали минимализм, например, брали куб и потом переосмысливали для того, чтобы показать идеи феминизма или рассказать историю. То есть многие художники используют вот эти формальные вещи, однако потом ставили все с головы на ноги. И, например, хореографы заинтересовались искусством, и художники стали устраивать перформансы. И на протяжении этой истории, я считаю, что Луиз Буржуа была одной из ключевых, основополагающих фигур. Как и Трейси Эммин. Трейси Эммин в Лондоне, что бы вы о ней ни думали, она бы никогда не смогла писать вот, свои произведения, если бы Луиз Буржуа не показала да, вот, свое восприятие рождения, смерти в своих произведениях. Спасибо вам, Фрэнсис. Есть еще один вопрос. Но давайте договоримся, что это будет последний вопрос, поскольку все уже устали. Добрый вечер. Спасибо за прекрасную лекцию. У вас, мы видели на фотографиях, что люди в основном ходили внизу башен. Можно ли действительно было подняться по этим ступенькам, по лестницам этих башен? И меня, например, поразило, как организовано это пространство. Особенно если мы говорим об участии зрителя в этих работах. Можно ли было подняться по лестнице в Tate Modern? Да, можно. И на самом деле у нас очень строгие правила противопожарной безопасности, и у нас с самого начала было вот такое условие, что будут три конструкции, и люди смогут их исследовать, то есть подниматься вверх и вниз. И And
И вы абсолютно правы, когда говорите, что как только поднимался человек наверх, можно было видеть свое отражение в зеркалах, и вы видели других людей, которые ждали, стояли в очереди, чтобы подняться. Также на галереях, на балконах люди смотрели на вас, да, я смотрю на свое отражение, на меня смотрят. То есть это разные перспективы, и это может пугать людей. И мне нравятся вот такие искажающие зеркала, которые буржуа используют в своем творчестве, потому что, в принципе, зеркала очень сильно искажают. Когда мы видим, смотримся в зеркало, мы видим не себя, а что-то еще. Поэтому очень тщательно осмыслялось вот это пространство, да, чтобы создать этот диалог, чтобы были разные возможности для того, чтобы подняться и спуститься с этой башни. Можно ли вот установить такие хрупкие объекты, чтобы их зрители могли использовать или не совсем использовать, а по крайней мере каким-то образом взаимодействовать с ними. Потому что, например, здесь, в гараже, это невозможно. И для меня, как для посетителя, это было большое разочарование. Мне кажется, было бы еще более интересно, если бы была возможность, да, взаимодействовать непосредственно с произведениями искусства. Да, многие художники хотели бы, чтобы у людей была возможность погрузиться в то или иное произведение искусства, а потом кураторы говорят: нет, нет, нельзя этого сделать. И когда у нас была ретроспектива в Тейт, мы тоже не позволяли людям зайти в эти клетки. Однако, если говорить о башнях, то они были созданы с учетом потребностей людей, и поэтому они были безопасны, ничего там нельзя было бы разбить или сломать, и это было все-таки другой опыт. У нас в следующем году будет еще один проект в Тейт. Произведение не Луис Буржуа, но сейчас они стали такими дорогими, что, тем не менее, мы решили все-таки открыть эти работы, чтобы у людей была возможность взаимодействовать с этими произведениями. Вы куратор? На самом деле, одной из привилегий кураторов является то, что прежде чем зрителей пустить, мы сами можем походить вокруг этих произведений, почувствовать их. Спасибо. И я сделаю небольшое объявление, что у нас два фильма. Один фильм был завершен в 2008 году. И съемки начались во время Венецианской биеннале, когда Луис Буржуа представляла США, и это очень интересный фильм, поэтому мы вас приглашаем посмотреть этот фильм на большом экране. Ну что ж, давайте еще раз поблагодарим Фрэнсис за то, что она пришла, нашла время с нами пообщаться.